улица Юрия Сергеева, дом 1. Вот куда мы попали. Там все остальное работает, а он еще и люди ходят. Всем привет, это Monarch Cinema. Мы тут на какое-то предприятие попали. К сожалению, сильно не могу разговаривать, потому что вот там вот люди что-то делают на улице. Сейчас с вами попробуем чуть-чуть пройтись. Огромное колесо от трактора Жескач. Везде вода капает, потому что, походу, крыша вообще вся наглухо дырявая. Вот. Тут какие-то производственные цеха были. Там вот второй этаж есть. Он затоплен. Спуститься туда будет нереально. Там вон глаз куда-то был сделан. Что за предприятие, даже не знаю. Это техника безопасности. Много сидений тут. Но это, скорее всего, может быть, и разбирали что-то. Уже не про производство. Вот торговое оборудование. Теплотка стоит. Еще один холодильник, еще один холодильник. Но это тоже чисто сюда могло просто приехать. Лоточки. Это вот что-то электрическое для большого напряжения. По факту тут как бы смотреть больше-то и некуда. Но на самом деле скажу, что металла-то здесь много. И я удивлен, что его еще не посрезали. Сейчас попробуем на второй этаж подняться. О, полы-то тут наглухо сгнили. Я даже боюсь наступать. Видите? Блин, такое ощущение, что прям недавно они тут работали. Закрыта дверь. А куда ведет? А, на лестницу. О, ничего себе, там еще третий этаж даже есть. Это то ли раздевалка, что ли, какая-то. Только сейчас законы переписывают. Что даже нет смысла вникать. Сейф валяется на колесах. Закрытый, еще даже не вскрыли его. Тут кладовка какая-то. Замки-то повырывали. Понятно. Может, бухгалтерия здесь была. Стульчики такие офисные. Что, пройдемся дальше? Блин, даже не вижу, куда наступать. Блин, а этот телефон у меня далеко. О, фонарик включим. О, а это сушилка. Здесь, походу, сушили вещи рабочие. Ботинки там, куртки и так далее. Ну да, да. А, без комментариев. Сортир. А, ну вот. А это была раздевалка ихняя. А что здесь интересно с улицы видно? Видимо, какая-то проходная. Какое-то такое мощное предприятие было. Много рабочих тут работало. Вот даже шматье еще осталось. Обалдеть можно. Там у нас дальше что-то... А, тупик дальше. Ага. Что же за предприятие-то? Нет, это не то. О,
Какой-то пропуск есть. Ну-ка. И еще какая-то бумажка. Календарь 2004 года. Сейчас мы глянем. Так. Сведения о повторных экзаменах. Механик. Прохоров Игорь. Мастер смены. Механик цеха. ЗАО Озерский ГПКС. Ничего себе. 98-й год. А тут 2000-й. Хрена себе. 20 лет назад. 20 лет назад все накрылось метным купоросом. Бывает. Так, ладно. А, еще вот какие-то документы есть. О, ксерокопия. Тищенко Олег Анатольевич. 72-го. Станица Кущевская. Краснодарского края. О, ничего себе. А я в Кущевской был. Угу. О, как бывает. Тут что у него? А, регистрация. А тут что? Планетная, что ли? Планетная. Дом 3. О, как. Угу. Во, блин, как бывает. Ну, ладно. Жалко, что не можем попасть выше. А может, и сможем. Так, как бы мне теперь туда не рухнуть? Оп. Оп. О. Вот здесь какой-то механизм стоял. Мотор, наверное. Вентилятор. А вот тут уже радиатор мощный стоит. Трубы такие большие. Ну, видимо, цех отапливали. Ну да. Да. Цех-то огромный. А, ну и с той стороны точно такая же штука стояла. Ну, отопление. Так. Теперь надо спуститься так, чтобы не улететь. Блин, они гнутся. Так. Ну что, просто пройдем сейчас по цеху. Что-то заходил я такой с осторожностью. О. Сейчас что-то приборзел уже. Такой иду, как у себя дома. О, неизвестно какой глубины. Но суть по всему, глубоковато. О, радиаторная решетка от газа валяется. Значит, машины сюда заезжали. Вон велосипед чей-то стоит. Соответственно, уже туда не пойдем. Вот такие вот пироги. Сейчас получится пройтись по третьему этажу. Пройдемся. А если не получится, ну, извиняйте. Вообще шел на самом деле на совершенно другой объект.
Вот. Но он весь под колючкой, и пройти в него пока не получается. Сейчас попробую здесь закончить и посмотрю, может быть, будет еще какой-то проход. Пока не получается. Вот этот забор вокруг обхожу, но не могу найти, где вход. Тут, походу, весы были. Кстати, тоже металл. Ну, добротный. И он тоже еще не спилен. Смотровое окно. И это удивительно. Ага. Вот там можно было попасть только, походу, через то окно. Вон там машины какие-то ездят. Ага. Там с той стороны замок висит. То есть, получается, мы попали просто вот в эту комнату. Так, пока все на этом. Увидимся.